Что касается влияния этого договора на будущее оператора и на будущее страны, это на самом деле, я считаю, историческое событие. Почему? Потому что, как сказал же Юрий Юрьевич, мы фактически переходим на европейские правила работы с нашей РТС, с нашими партнерами. Тариф на вход от предприятий добывающей отрасли планировался в районе 400 гривен, сейчас он будет порядка 100 гривен. Соответственно, суммарный эффект, сколько денег добычные компании сэкономят на этом снижении, будет порядка 27 миллиардов гривен за 5 лет. То есть миллиард долларов добыча сможет дополнительно инвестировать в свое развитие, в наращивание добычи украинского газа. Что касается потребителей, то тариф снизился в два раза по сравнению с тем, который мог бы быть при нулевом транзите. Планировался на уровне 289 гривен, будет 124 гривны. Это даже меньше, чем он был в прошлом году. В прошлом году он был 157 гривен. То есть фактически мы даже на 20% снизили тариф до украинских потребителей. А это и промышленность, и население. По нашим расчетам, промышленность сэкономит порядка 33 миллиардов гривен, население порядка 15 миллиардов гривен сэкономит за счет того, что тарифы снизились. Ну и по импорту тоже значительное снижение стоимости импорта из Европы. Тариф на импорт снизился с 16 долларов, который планировался, до 4,45. Это фактически в 4 раза. Это даже дополнительное снижение по сравнению с тем тарифом, который действовал в прошлом году в размере 6 долларов 28 центов. То есть мы видим, что практически по всем направлениям тарифная нагрузка значительно снижается от 2 до 4 раз, что позволит нашей экономике стать более конкурентной. Соответственно, у предприятий появятся дополнительные средства на инвестирование в собственное развитие и так далее.